Молодежный театр «Начало» из Хабаровска готовится к фестивалю любительских коллективов «Дальневосточный бенефис». Из-за ковидных ограничений общение с публикой сведено до минимума. Очередную постановку любительский театр представил в онлайн-формате. Конкурсная работа в репортаже Татьяны Репиной. Раз, два, три, сбор! Сегодня новый актерский состав молодежного театра «Начало» впервые вышел на сцену. В спектакле по мотиву драматической поэмы «Пергюнд» появилось сразу несколько юных актеров. В труппу принимают с 14 лет. Есть школьники, студенты и даже профессиональные актеры иногда участвуют в постановках. Моя героиня Ингрид, она в роли какого-то порока в стороне страсти. В порочную Ингрид актриса любительского театра перевоплощается впервые. Дебютировала девушка без зрителей. Из-за ковидных ограничений любительская труппа пока не устраивает спектакли. Повод выйти на сцену нашелся сам по себе. У Софии Трампинской и ее коллеги Елены Богачевой юбилей 20 лет. А у нас тролль? Будь доволен собой самим! Собрала коллектив молодежного любительского театра Марина Ефремова. С 2017 года ставит спектакли и готовит актеров к конкурсам и фестивалям. Уже через год после основания театр получил звание народного. В копилке труппы несколько гастролей по России и грант в 2 миллиона рублей. В наше время, когда всюду зарабатывают деньги, бесплатно приходить, заниматься, творить, еще и получать какие-то замечания, да, я им очень благодарна. Бенефис в честь актрис увидит и онлайн-аудитория. Запись спектакля отправят на Всероссийский фестиваль любительских театров «Дальневосточный бенефис». Победа в нем гарантирует коллективу дальнейшую творческую борьбу уже на более высоком уровне. В каждом фестивале мы обретаем тот опыт драгоценный, который нас делает сильнее. Как коллектив, каждого актера он делает сильнее, то есть опыт поездок куда-то. Если коллектив одержит победу в фестивале «Дальневосточный бенефис», актеры смогут поехать в Москву на конкурс любительских коллективов «Культура – это мы» и снова побороться за грант. Татьяна Репина, Павел Легалин, телеканал «Губерния».